Что мне нравится, так это брать такой музейный экспонат и не просто смотреть, а заводить его. Сделать это с таким редким байком шикарно. Мотоцикл сохраняется настолько хорошо, что в баке было масло, поэтому он не заржавел. Мы его завели, и он задымил весь цех. В скольких гонках он был? Где взяли такую красоту? Какая в нем душа? Сколько там пота и трения?